Набрать дыхание и протяжно, протяжно, протяжно. Показываю. Ура! Ура! Боевому кличу новоиспеченных солдат учат словно в хоре. Уже скоро трехкратное «Ура!» молодое пополнение будет кричать на присяге. А до этого момента добиться унисона нужно не только в их голосе. Чтобы стать одной ротой, вместе придется научиться делать многое. 120 шагов в минуту, соизмеримо военному маршу, нога на 15 сантиметров от земли. Ходить по-армейски многим еще непривычно, однако движения уже слажены. Но строевая подготовка лишь часть курса молодого солдата. Физической, огневой и моральной составляющей в карантине уделяют не меньше. На гражданке подтягивался раз 15, сейчас уже 16-17, повышаю, в общем. Можно нарастить мышечную массу, кормят хорошо. Возможно, будут более сложные упражнения, но... это хорошо. Поначалу службы у них было, как бы мы еще ничего не знаем, куда мы попали, где я нахожусь, я все еще у мамы, зачем вы меня поднимаете, зачем это самое. Это уже четко мы говорим, что распорядок дня, что положено вставать им в такое-то время. Маленькие азы военной службы, они в принципе представление о службе имеют. Но для того, чтобы дойти до профессионализма, мы начинаем все готовить от простого к сложному и постепенно достигаем нужного результата. По словам офицеров, желание отдать долг родине возросло. Плечом к плечу вчерашние выпускники не только школ, но и высших учебных заведений. Подготовка продлится у бойцов до 27 декабря. В этот же день они примут воинскую присягу. Ярослав Богат, Салават Шайхулисламов, Первый Приднестровский телеканал.